Здравствуйте, меня зовут Мельник Светлана Васильевна, я из Кишинева, ассистент кафедры по пропедевтике и стоматологии Павел Бодорожа, заведующая кафедрой у нас Унгоцидиана. Я пришла на курс профессора Шарина «Протезирование на имплантах». Я очень впечатлена этим курсом, узнала разные подходы лечения в разных клинических ситуациях, варианты формирования десны для конструкционных, для протезов. Дальше мы изготовили временный абатмент, на который изготовили временные коронки. Провели очень интересный и хороший мастер-класс, при котором все это мы сделали, все этапы, и узнали подробнее необходимость или показания изготовления временного абатмента и временной короночки.